До начала учебного года рукой подать готовятся к нему не только учащиеся, но и сами учреждения образования. Столичный центр дополнительного образования «Ранок» не исключение. Сейчас в центре завершаются работы по реконструкции здания. Был полностью обновлен фасад, обеспечено там, наверное, термошубой, цветовое решение было сделано. Зеленстрой оформил нам всю нашу такую территорию, которая обеспечивается красивыми клумбами и так далее. Внутри здание поменяло цветовое оформление, кое-где и планировку. Многие кабинеты получили новое оборудование. У нас здесь все новое. Оборудование, игрушки, дидактический материал. У нас есть монитор, где мы можем ребятам показывать фильмы про животных, домашних, диких, вживую. Потому что на дидактическом материале, на картинке, оно статично, конечно, и дети не имеют представления о том, как двигается животное, как оно кушает. Кроме того, с нуля было построено новое здание концертного зала. Оно вместит в себя порядка 400 зрителей. Оборудован современным оборудованием для звука, для света. Ну и, конечно, вот наш интерактивный экран. Все, что касается кулис, задников, все здесь работает как в профессиональном театре. Родители проведут время с пользой, пока их чада занимаются. Взрослые могут поиграть в шахматы, сходить на фитнес или в тренажерный зал. В нашем центре занимаются ребята с особенностями физического развития. Поэтому для создания безбарьерной среды ребята могут беспрепятственно подать свои кружки. Рисование, единоборство, игра на гитаре, изучение компьютерной графики и иностранных языков. В центре организуют более 600 кружков. Это кабинет робототехники. Вот. Мы очень горды, что у нас будет такой кабинет, потому что это направление очень востребовано детьми. И не только детьми младшего школьного возраста, но и старшего. Но, как вы видите, весь кабинет укомплектован полностью компьютерным оборудованием, интерактивной доской. И гордостью этого кабинета – это стол робототехники. Сейчас завершаются работы по благоустройству прилегающих территорий, в том числе и поле для хоккея на траве. Торжественное открытие центра состоится в начале сентября.